Коллеги, здравствуйте. Дмитрий Каждан вновь приветствует вас. Сегодня хочу поговорить с вами о кисточке. Кисточке для окрашивания. Как вы видите, приготовил для вас обычную кисточку и USPark-овскую кисточку. Вот такая кисть. Вот в такой упаковочке она идет. Название ее USPark 640. То есть это ее артикул. Вот здесь он прописан. Значит, смотрите. Значит, вот такая кисть. Очень-очень хорошая кисть. Легко держать в руке. Специальная вот даже вот для пальца большого, вот для удобства. Вот. Можно вот так. Когда мы наносим, да, то есть вот очень удобно. Если брать обычную кисть, да, то тут ничего такого нет. То есть вот неудобно она в руке совсем держится. Вот, эта кисточка очень-очень ей удобно наносить и удобно ее, самое главное, держать. То есть, как мы помним, да, USPark делает инструмент максимально для того, максимально делает удобным для парикмахера. Извините, заговариваюсь. Вот, значит, вот эти углы, да, то есть, видите, она неровная. То есть, если брать обычную кисточку, она, да, вот такая вся ровная. Здесь она неровная для того, чтобы мы могли где-то что-то там, краевую линию там вот аккуратненько подмазать, да, то есть, вот аккуратненько, то есть, там, где на височных зонах, да, как вы знаете, бывают такие там пушковые волосы. То есть, это сделано специально, чтобы хорошенько там промазать краевые линии еще или еще какие-нибудь места сложные. Посмотрите на то, какая здесь широкая расческа. И посмотрите, какая тонкая здесь расческа. То есть, ну, по мне так все-таки удобнее и хорошо прочесывает, когда вот такая широкие зубья. То есть, можно хорошенько-хорошенько прочесывать волосы, когда мы красим. Даже, видите, на расческе есть наши любимые сантиметр дырочки, которые мы можем в случае чего что-то там замерить, да, если это нужно, чтобы было идеально даже в окрашивании. Вот такой маленький обзор о расческе с кисточкой. Они бывают, значит, трех цветов, то есть красная, есть зеленая, есть розовая. Вот. Была белая, но, по-моему, ее уже даже сняли с производства, белую больше нету. Вот, остались вот красная, розовая и зеленая. Но зеленые их достаточно быстро раскупают, их практически не остается. Тот же самый пластик. Вот. Все, все то же самое. Ничего не у нас не плавится, он выдерживает температуру также. Если вы там положили утюг, то есть он ничего не расплавит, все хорошо будет. Вот такая у нас расческа. Ну и вот для сравнения, чтобы вы понимали, да, о чем речь. То есть вот наша обычная расческа, да, которую многие бренды используют. Да, в частности, вот Вэлловский бренд, да, то есть это их расческа. Вот это, собственно, наша. Ну вот, смотрите, сравните. То есть я думаю, ну, конечно, кому как, да, но мне кажется, наша расческа выигрывает. Даже вот посмотрите, какое у нее широкое полотно, да, вот в расческе. Смотрите, то есть большое, можно прочесать удобно. Не знаю, я вот сталкивался с такой проблемой, когда крашу, да, то есть прочесываю, ну, маловато все-таки вот это. А тут посмотрите, какое реально большое рабочее полотно по сравнению здесь. Также посмотрите зуб, да, вот видите, зубец поломанный, то есть вы можете даже ей отделять ровную пряточку, если вам нужно это сделать. Видите, как удобно. Здесь этого нет. То есть здесь обычная расческа. Вот такой, собственно, обзор о расческе, кисточке расческе. Я вам хотел сегодня рассказать, сравнить ее со стандартными расческами, чтобы вы могли сравнить. Будут вопросы, пишите. Всегда рад ответить. Всем точных стрижек, всем хорошего настроения. Всем пока.